пальмы какие. Ну вот приехали к нашей гостинице от аэропорта Ле Кане, то есть по-русски это Ханя. Мы ехали 35 минут, довольно недалеко, на автобусике, но уже полная ночь, так что пойдем сейчас заселяться. Решили обожраться в первый вечер. Но мы, правда, голодные после самолета. Взяли все, что можно. Но выбор довольно большой. Есть и курица, и мясо, и кто они? Восьминоги. И куча салатов. Хотя буфет уже почти закрывается. Сейчас 9 час. Ну да, здесь есть все, что угодно. Хочешь. И мороженое сколько угодно, и пирожки. Что тут здесь особенность тоже... Это то, что мы должны перчатки одевать, чтобы еду забирать. Ну да. Ну, может, так и лучше, не знаю, еще не привыкли. Такое мы увидели первый раз. Вот, видим. Вот теперь делаем обзор комнаты. Значит, вот наша комната. Все очень чистенько, красиво. Вот тут есть столик, рабочий столик. И кресло отдыха. Потом тут у нас есть чайник, чтобы сделать горячий чай. И здесь даже есть, дают целый такой кит, в общем, где можно найти кофе, чай, всякие интересные вкусняшки, чтобы сделать вечером, когда приходишь. Вот чашка, бутылка воды. Дают вот как будто, вот каждый день будут давать бутылку воды. Потом телевизор такой, довольно большой, совсем неплохой. И здесь кондиционер. Так что можно ставить температуру, все очень, в общем, как будто все хорошо работает. Потом, что пойдем в ванную, посмотрим. Здесь вот как выглядит ванна. Совсем хорошо, мраморный такой здесь раковина, потом туалет, и тут такая ванна, довольно большая, и душ. Душ над ней, мыло, которое в контейнере такие специальные. Ну вот, все есть как надо. Тут какие шкафчики, посмотрим сейчас. Вот тут шкаф. Шкаф и даже холодильник внизу. А, ну вот, интересно. Холодильник, куда можно положить разные продукты. Так, тут сейф. Сейф такой. Тут... А, ну вот. Тут можно вешалки. Потом дальше, как тут выглядит. Значит, и тут два окна, и один балкончик. Тут балкончик, холодильник есть, все есть. И тут, значит, балкон с видом на море, с видом на море и на бассейн. Так что сейчас ночь, конечно, мало что видно. Ну да, и наш балкончик маленький. Да, вот так. Сегодня 8 часов утра, и вот какой вид утром с нашего балкона. Сегодня наш первый завтрак. Там очень большой выбор всего, и овощи, и мясо, и каша, и фрукты, блинчики с каким-то вареньем, с кучей видов сыра, фрукты, то есть все, что вы хотите. Есть и разные сосиски, и бекон, и фасоль, но я что-то утром такой не хочу есть. И вот взяла свой завтрак. Немножко кабачков жареных, сыр, яйцо, греческий сыр, не знаю, варенье из фига и мой блинчик маленький. Грейпфрут и апельсин. Вот мой завтрак. Приятного дня! Наш
поздний завтрак. Кофе с мороженым и булочка со шпинатом. В отелях есть комнаты в двух зонах, в основном здании. И также есть бунгало у бассейна с видом на море. Мы тестировали комнату в основном здании, сейчас идем в бунгало. Ну вот мы получили комнату в бунгало. Это внутренний дворик, комната, которая выходит с видом на сад и с видом на бассейн. Там море. Вот, пойдем, Николай, посмотрим нашу комнату, пока ставим тут все чемоданы. Что у нас тут? У нас тут наша кровать двухспальная. Есть дополнительное место для одного человека. И даже для второго тоже довольно, довольно большое. Здесь есть дополнительные ящики для мебели. Фен, чайник, чашки. Чай, кофе можно брать завтрак, на завтрак, обед и ужин. То есть сколько угодно. Воду тоже без проблем. Еще одна тумбочка и шикарный вид на наш балкон. Здесь, конечно, очень хорошо. Вид просто потрясающий, люди уже довольны. Сейчас 11 утра, после завтрака люди уже все собрались у бассейна. Здесь бар, где можно взять алкогольные напитки, просто воду и какие-то закуски, кто не успел позавтракать. Сзади меня вид на аквапарк. Здесь много горок. То есть горки работают два раза в день по два часа. И всегда можно воспользоваться для детей. Но балкон здесь просто замечательный. Можно сушить белье, вид на море. Пойдем посмотрим нашу ванную комнату. А, здесь, кстати, по дороге я нашла, что есть холодильник, какие-то шкафчики, место для багажа, сейф. Можно взять платно 3 евро, по-моему, в сутки. Большой шкаф с гигантским зеркалом на всю стену. Женщины меня поймут. Ну и вот наша ванная комната, абсолютно стандартная. Тут мыло для рук. И здесь шампунь и гель для душа. Полотенца большие для рук, для ног. Вот все есть. Все очень чистенько. Гигантское зеркало. Просто супер номер, а? Наш номер 839. Вот выдают 2 пляжных полотенца, которых надо менять раз в 2-3 дня на ресепшн. Большой телевизор. Ну, в общем, будем здесь как дома. Что позанималась на уроке растяжки вот с этой замечательной девочкой. Нам всем выдали здесь коврики. Очень удобные, 30 минут занятия. Очень хорошо потянули все группы мышц. И я получила большое удовольствие и много энергии. Следующая аквазумба в бассейне через 25 минут. Нас уже пригласили. Ну да, нас было человек 15, и все хорошо занимались, такие все. О, здорово. Налила воды газированной. Оставим пока. Пойду сейчас аэробику делать.
водичкой. Вода шикарная. Сначала холодно заходи. So, join us. It's going to be really fun. Отлично. А, наша девочка идет. You keep making me feel like I'm the odd one out, like it's a cool kids club. Symmetry's the only thing allowed, and you're making up rules that only cater to you. You're saying the words that only mean something to you. Я была первый раз на уроке, но мне очень понравилось. Движения очень миленькие, было очень весело. И нас была большая группа. Наверное, 30 минут мы занимались. И музыка супер активная. Это работа аквапарка. Столовая находится вот на втором этаже основного здания. Повернись. Пойдем туда, да, по этой лестнице. О, шикарный бассейн. Но сейчас такая жара на улице. Просто 35 градусов. Хотя полный сентябрь. Столовая есть несколько залов, можно сидеть на свежем воздухе, а можно зайти внутрь. Ну, пойдем посмотрим, Николай, чем сегодня кормят. Вот. А надо обязательно одеть маску. Здесь сильно соблюдают правила гигиены. Надо обязательно одеть маску, взять перчатки. Непривычно, но правило из правил. Здесь очень много напитков, три вида вина. Можно показать, блин. Видишь, можно взять бокал, налить белое, красное, розовое вино. Вот розовое очень интересное вино, довольно вкусное. Красное более газированное, местное вино, критское. Вот пиво, вот все виды чаев, кофемашина работает целый день, здесь есть капучино, экспрессо, дубль экспрессо, какой хочешь. Вот напитки, яблочный сок, апельсиновый сок, грейпфруктовый сок, хорошего качества. Здесь кока-кола. Я не знаю, какие другие напитки. Я пробовала только Coca-Cola Light, мне очень понравилось. Coca-Cola обычная. Это, не знаю, какой-то напиток с апельсином. Но, наверное, для детей это типа фанта, я думаю. Фанта и вода. Вот просто вода обыкновенная. И столики всегда сервированы салфетками, вилкой, ножом. Подожди, Никола, здесь фрукты. Вот это стандартный набор фруктов, это местный виноград, помплимус, апельсин, банан, дыня и арбуз. Арбуз очень вкусный. И очень много видов мороженого, целый день все открыто.
немножко сложно говорить маской. Здесь есть хлеб, масло, как обычно, но мы этим не сильно пользуемся. Масло двух видов и все виды хлеба. Я всегда беру суп, каждый день суп меняется, надо посмотреть, какой сегодня суп. Вчера был суп гаспачо, thank you very much. Сегодня суп с морковью, с гренками, суп-пюре с морковью. Вот, теперь перейдем к салатам. Здесь всегда есть греческий салат и плюс. Греческий салат очень вкусный, конечно. И иначе вы можете составить собственный салат из листьев салата, лука, капусты, огурцов, помидор. Это маринованный перец, кукуруза. Это бекон обжаренный, морковь, соленые огурцы. Здесь все виды заправки. Вот это вот очень вкусный салат, это русский салат. Он очень вкусный. Салат из баклажан. Что это? Цацики. Это соус с огурцами. Сегодня представлен салат дня с капустой. Салат с кукурузой. С кукурузой и с огурцами, с помидорами, это с баклажанами и с жареным перцем. Вот это очень интересный салат. Это греческий, типичный. Типичный греческий салат с такими закусочками виноградных листьев. Это, и тут разные соуса, какие только возможно. Обязательно есть оливковое масло, винегрет. И горчица, и кетчуп. Все, что вы хотите. Подожди, пойдем вот туда, в основное блюдо, может быть. Вот. Обязательно везде надписи, что без масок и без перчаток нельзя брать еду. И официанты подходят и, в общем, мягко контролируют, чтобы все соблюдали правила. Здесь сегодня мясо с грибами, запеченное мясо с грибами. Что еще? Цыпленок в соусе, я вижу, с морковью, с перцами. Он довольно вкусный. Как всегда, рис, жареные баклажаны с перцами. Запеченная картошка, я думаю, в печи. Здесь у нас зеленая фасоль с морковкой и с перцем, запеченная. Я думаю, очень интересное блюдо. Это у нас что это? Специальное блюдо. Это специальное греческое блюдо. Оно называется паститсио. Паститсио. Ну, я вижу там макароны с фаршем. Паститсио. И здесь рыба с лимоном, с маслом и с оливками. Белая рыба, запеченная с маслом, оливками и с оливковым маслом. Дальше. О, тут столько блюд, что даже не обойти. Что у нас здесь? Здесь у нас макароны с соусом. Я думаю, с какими-то колбасками или с мясным соусом. Трудно сказать, пока еще нету этикетки. Здесь у нас пай с грибами. То есть запеченные булочки с грибами. Здесь спагетти, потому что рядом будет соус. Соус, я думаю, с грибами, еще спагетти с соусом, сыром. И здесь у нас представлена свинина и отдельно к ней соус.
Да, мы сейчас пойдем выбирать блюда. И сначала выбрали столик. Столик уже сервирован. Вилки, ножи, ложки, салфетки. И у нас прекрасный вид на море, на бассейн, на пальмы. Просто очень приятно. Вот, друзья, у меня сегодня обед такой. Диетичный. То есть у меня греческий салат. Я наложил еще много фета, сыр греческий, который очень-очень вкусный. Потом у меня есть эти маленькие рыбки, жареные. И, в общем, это как закуска такая, завернута в листики как винограда. Листики винограда, такая специальность тоже греческая. Ну и вот, диетический очень обед. Взял греческое вино, оно очень, здесь очень вкусное, такая действительно греческая стиль вина, он немножко как будто с пузырьками, но не совсем не то. То есть оно специально, действительно специфическое вино. То есть все люди, которые были в Греции, сразу меня поймут. А потом у нас сладкое, вот взял ассортимент, попробуем. Здесь, в общем, довольно часто меняется, каждый день всегда немножко по-разному. Так что я стараюсь пробовать, но не слишком много кушать. Ну вот, поступаем. На здоровье. У меня сегодня на обед греческий салат. Я добавила еще овощей, морковку, капусту, ложку русского салата. Это сыр местный, сделанный в виде соуса с оливковым маслом и фруктовый уксус, да? Да. Фруктовый уксус. Здесь зеленая фасоль, запеченная с перцами, с помидорами, запеченный перец и баклажан, и еще жареные рыбки. И еще, конечно, овощи, запеченные в виноградных листьях. Это специальность Крита и специальность всей Греции, я думаю, и бокал красного вина. Он не сладкий совершенно, немножко вкус такой дозированный, но немножко дозированное с фруктовым вкусом. Давай. За наш обед сегодня. Ну да, вино вкусное. Фруктовый вкус, не кислое и не сладкое. Все как надо для обеда. Я взяла сегодня такое сладкое. Это шоколадный торт. Это два вида. Это банановый крем, политый шоколадом. А это крем из какао. Сейчас буду пробовать. Это фундук с шоколадом. И печенька, запеченная с грецким орехом. И здесь у нас фруктовый крем. Сейчас попробую. А, очень вкусно, не сильно сладко, взбитые сливки, доставить себе удовольствие, это очень приятно. Но, конечно, доесть очень маленькую порцию. Я чисто все попробую, я даже не буду все доедать, чтобы понять вкус, это очень интересно. Вот этот вот десерт, покрытый шоколадом. А, очень вкусно. Это крем с кофейным вкусом, покрытый жидким шоколадом на очень тоненьком тесте, воздушном тесте. То есть... Даже трудно сказать, как вкусно. Но доедать мы все не будем. Так, а вот это должен быть банановый крем. Это совсем другой вкус. Здесь сливки, взбитые с бананом, покрытые шоколадом. Очень вкусно, потому что банан дает кислинку. На мой вкус, это... Самый лучший десерт, какой можно представить. Немножко кисленький, тает во рту и еще покрытый шоколадом.
Ну и это шоколадный, шоколадный пирог. Очень вкусно. Здесь вкус тортов такой, что тает во рту. И покрытый настоящим шоколадом, кусочками шоколада. Очень вкусно. То есть десерты такие вкусные, что ты всегда думаешь, из представленных там десятка видов десертов, вот я выбрала 4-5, и все время думала, какой бы лучше не взять, потому что, знаете, невозможно остановиться, ты хочешь что-то попробовать. Очень вкусно. Номер один, конечно, у меня банановый десерт. Номер два – шоколадный торт. Номер три – торт с кофейным кремом. Номер четыре – фруктовый торт со взбитыми сливками. Ну, а это вне категории, это просто вкусно. Очень легко войти в море, даже мне, которая совершенно не любит гальку, любит только песок, для меня очень комфортно. И плавать очень приятно. Температура воды, я думаю, 28 градусов, в бассейне 26. Что заходишь сразу, не холодно. При температуре воздуха сейчас 33 градуса. И надо не забывать, что мы во второй половине сентября. Сегодня 16 сентября. Погода прекрасная, ни одной тучи. 33 градуса днем и вода очень теплая. Вода чистая, никаких водорослей нету. И, в общем, очень приятно море. Так, попробуем сейчас. Теплое, приятное. Вообще песочек, здесь только маленькие гальки. У входа еле-еле кругленькие. А дальше просто песок, просто замечательный. Ха, просто кайф, помню. Tangled up in blue, so my limbs are just as useful when you're tangled.
смотрите, какая прелесть. Они просто здесь можешь кушать мороженое весь день. Просто замечательно. Вот, добрый день, друзья. У меня сейчас состоит очень большой челлендж. Примера. Ну вот, друзья, мы сейчас будем пробовать спуск большой. Челлендж получился. Мы теперь будем пробовать с кругом спускаться по другой трубе. Так что будет у нас новое тестирование. Кружках, конечно, самый приятный спуск. Ну да, на круге приятно, но там так болтает. Ну, приятно. Очень приятно. Ну да, и парень нам помогает, там садит и все контролирует. То есть вообще не так страшно, как я думала. Ну я совсем там не скользила. Я думала, я там и останусь наверху. Совсем не скользила. А потом как поехала на полной скорости. Нет, шикарно. Шикарная штука. I've been thinking about the nights when you and I would fly. Nothing on our minds but the sunrise. Thinking about the road. With no else to go except the tiny circles leading home. Oh, 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 we're never going home. Oh, oh, oh. Даже трудно сказать, как приятно. Вода, наверное, 27, я думаю. Или 26,5. Очень тёплый. We're gonna keep on driving. I've been reminiscing about those days I'm missing. You sitting by my side, oh, blow me kisses through the night. Oh, you drink while I drive, and I'm feeling so alive, feeling so alive. Приятно, очень хорошая вода. Прохладная, но когда заходишь, просто не хочется выходить. Хорошая вода. Ну, наверное, 24 градуса все-таки. Немножко похолоднее, чем в те дни было. Полный кайф. Я должен сказать, что здесь очень хорошая вода. Она очень чистая, прозрачная. И температура идеальная, потому что на улице очень жарко, а тут, я думаю, 25 градусов, то есть просто замечательно, охлаждающе и приятно.
так что можно плавать спокойно. Мы пришли к фитнес-центру, он работает с 10 до 6 вечера каждый день. Конечно, зал небольшой, но, в общем, здесь есть тренажеры и разных весов, то есть, если кто-то хочет позаниматься. Неплохой очень. Здесь санитайзер. Ну, кто хочет, тут, видишь, много очень игр. С детьми можно поиграть. Настольный футбол. Для детей такая развлекашка. Бильярд. Мы видели вечером, здесь много народу играет. Это тоже хоккей, очень шикарная игра, кстати. Помнишь, мы с тобой играли в такую? Ну да. Вот. В этом здании с одной стороны находится фитнес-центр, а с другой стороны для детей сделаны игровые автоматы, то есть можно с детьми развлекаться. Сегодня очень прекрасный вечер, тихо, спокойно, на улице теплая погода. После жаркого дня очень приятно в столовой находиться на улице. Мы пили кофе, вечерний кофе, капучино. Вот, пойдем сейчас прогуляемся перед прогулкой домой. Вот здесь все сидят, спокойно ужинают. Здесь очень приятно находиться. В любое время суток. Сзади меня полная луна. У нас сейчас что конец сентября, и для конца сентября очень хорошая погода. Днем, наверное, было 33 в тени, а сейчас 30 градусов все еще. Face what we're afraid of, and we've got some deep scars, 'cause we lost some hard fights to find out what we're made of. But I'd do it all again. I wouldn't change. Cause we'd be together in the end. Got it. Now do it all again. We'll be right back.
вот, друзья, пришел наш последний день отпуска. И сегодня мы празднуем наши 10 лет свадьбы. Так что сейчас будем это праздновать как надо. А, с шампанским. Очень вкусное шампанское. Мы провели 2 недели каникул здесь, в этом отеле. Нам здесь очень понравилось. Сегодня последний вечер. И мы хотим немножко рассказать о проведенных каникулах здесь. Нам здесь все понравилось. И отель, и где он расположен, и в само место, и люди, которые находятся здесь. Вот мы сделали много экскурсий. Также ездили в город Хания много раз, гуляли по горам, видели много монастырей и других достопримечательностей. Территория отеля очень комфортно устроена. Здесь много зон. Зона бассейна, зона моря, зона горок. Много очень лежаков, то есть никаких проблем нету найти место, все очень комфортно. То есть у нас было питание в отеле, все включено, действительно питание очень достойное, все время были представлены блюда греческой кухни, ассортимент менялся, всегда можно найти, было то, что каждый любит, и всегда был выбор еды, и мы старались, конечно, выбирать что-то из этого ассортимента и старались есть меньше, потому что иначе невозможно было. Вот. Было все очень вкусно. Мы даже не знаю, к еде вообще нет никаких вопросов. Все было очень свеже. Как сказать, салатики, нет никакой приправы, которая очень сильно либо соленая, либо сладкая. Потом можно самому было просто соуса употреблять Ну да, можно составить из разных овощей любой салат, добавить любой соус, то есть все составить салат по вашему вкусу. Но также было представлено 3-4 вида салатов каждый день, и салаты менялись каждый день. То есть тот, кто любит овощи, салаты, мясо, рыбу, может найти все на любой вкус. Не знаю, и макароны, иногда давали пиццу, любые запеканки, всегда было мясо, рыба, давали кролика, что у нас там было. И, конечно, все разные виды рыб. Специальности все греческие специальности. Как мусака, сувлаки, разные там, эти баклава, сладости греческие. То есть был не только такой стандартный... Нестандартная еда, да. А всякая специальная, то есть специальность греческая. Да, каждый день был разный вид супа. Суп здесь стандартный, протертый, только из разных овощей. Был и грибной, и тыквенный, и картофельный. То есть все очень, очень вкусно. То есть еда была каждый день очень вкусная, свежая и очень вкусная. То есть, конечно... Потом любые напитки целый день можно взять, хоть в столовой, хоть у бара, в главном корпусе, хоть у бассейна. То есть и напитки, и коктейли были все очень высокого качества. Да. То есть и персонал здесь очень хороший. То есть каждый тебе и спросит, что ты хочешь, и выполнит все твои желания, ответит на любые вопросы. Все очень хорошо, то есть комнаты все хорошо убирались, все полотенца, постельное белье все менялось, мы ничего ни у кого не просили, было чисто, влажную уборку делали. И вообще на территории отеля очень чисто, лежаки всегда все приготовлены. Я даже не знаю, полотенца можно поменять в любое время на ресепшн. Мы меняли раз, может, в 3 дня, да, Николай? Ну, да. Но можете менять и каждый день, то есть это никто за этим не следит по мере необходимости. И на ресепшн такие люди хорошие, милые, улыбаются. Если вам не понравится комната, вы можете ее поменять. Всегда пойдут навстречу или... Ну и вообще, я не знаю, по всем вопросам все расскажут. То есть как ходит автобус, сколько стоит,
помогут со всеми вопросами. То есть даже у людей, кто не знает английский язык, я думаю, не будет проблем. Да, Николай? Ну да. Я, кроме этого, и когда, даже когда мы ехали в экскурсию на целый день, то есть тут можно заранее, накануне попросить ланчбокс, то, что они называют. Это, в общем, коробка с едой на весь день. В общем, там дают и сандвичи такие, и разные фрукты, и воду. То есть дают все, что надо, чтобы ехать в экскурсию или в поход. Или идти в поход, да. Мы посетили здесь очень много пляжей. С экскурсией мы ездили на пляж Элафониси, потому что находится довольно далеко отсюда. Это экскурсия на целый день. И также мы ездили сами на рейсовом автобусе до города Кисамоса и взяли экскурсию на Балос на корабле. Экскурсии нам очень понравились. То есть все очень легко сделать отсюда, потому что автобус ходит прямо перед воротами отеля, и остановка прямо у отеля. И все знают этот отель, и кондуктор всегда вам остановится. И стоимость дыхания была вот 2.30 на человека в одну сторону. То есть довольно недорого за сколько? 35 минут поездки. То есть, и довольно легко можно сориентироваться. Карту острова можно найти повсюду, бесплатно, тоже нет никаких проблем. Сувенирных магазинов здесь повсюду. И вообще Крит нам очень понравился. Да. Здесь очень дружелюбные люди, хорошая атмосфера, очень хороший климат. Вот сейчас конец сентября, сегодня 25 сентября, но погода, трудно сказать, 28 градусов целый день, нету ветра, абсолютно синее небо, вы можете видеть на этом экране. Да, сказочно. Да, вода в море, мы сегодня купались, 27 градусов, я думаю. Вот. Море здесь очень хорошее, теплое, но в начале, на первой неделе мы легко входили в море, был песочек без специальных тапочек. Но был один день шторм, сильный ветер, три дня назад, и принесло к берегу очень много булыжников. То есть я, конечно, всем советую взять такие тапочки, клеенчатые тапочки, они очень недорогие, 5-7 евро. Здесь можно купить в любом магазине или привезти из дома. Мы берем с собой всегда, на всякий случай. Вот, все время купались в море, без тапочек было легко входить, но сегодня мы не смогли войти в воду, потому что булыжники просто невероятных размеров. Но в тапочках очень легко. И море очень теплое, сегодня волн вообще не было. И за две недели вот только шторм был два дня, потому что был ветер, 24 градуса, но за два дня все прошло, да? Ну да. Море хорошее. И преимущество этого пляжа, что находится в конце прогулочной зоны, то здесь никаких лишних людей, то есть только люди с территории отеля, и все очень тихо и комфортно. Ну и вообще здесь отдыхают люди вообще очень вежливые, очень воспитанные, каждый старается сделать приятное для другого, убирают все сами, все стаканы, все, то есть очень приятные люди вокруг. Какие у нас люди были? Из каких стран? Много из Англии было, из Бельгии, из Голландии, из Германии было много, но и также из Польши. Из Польши русских людей мы встретили очень мало, то есть, может быть, две или три пары, и то, которые живут за границей. Ну вот одну семейку сегодня из Украины. Сегодня с Украины встретили, которые говорят по-русски. Вот. Но вообще мы в городе Хания встретили русскую речь. Да, да, да. По улицам можно было слышать. И вообще мы этот отель можем рекомендовать всем категориям населения. С маленькими детьми здесь очень много приехало семей и дети, в общем. Ну, я думаю, что меньше годика даже были, и до 6-7 лет с родителями, с дедушками, с бабушками. Но так хорошо устроена территория, что никто никому не мешал. Для детей есть очень много зон. И детский клуб, и детская площадка, и зона бассейна, и бассейн, куда ты заходишь, где очень мелко.
до глубокого уровня. То есть для детей просто здесь все сделано. Специальные столики, стульчики, специальные меню есть для детей с едой более такой. Да, специально приготовленной. Да. То есть для детей тут просто полный комфорт. Для пар романтичные здесь тоже очень хорошо. Здесь очень много места у моря, много лежаков, зонтиков, где можно уединиться и провести очень интересно время недалеко от бара. То есть вот. И для молодых здесь есть много активностей, то есть вы можете играть в волейбол. Мы ходили на курсы йоги, потом мы делали акваэробику, аквазумбу в бассейне, то есть люди играли в теннис, в бильярд, мы видели, да? Есть, ну, да, есть всякие игры, детские аттракционы, электронные игры, есть многотелые помещения. Да, мне очень понравилась аквазумба, то есть я ходила на несколько занятий, если мы не уезжали на экскурсию, то есть очень было зажигательно, девочки-аниматорши так очень старались. Вечером были представления, но не так много, и вечером мы просто уезжали куда-то в город или просто гуляли, поэтому не можем особо ничего сказать, но были дискотеки и специальное место, где звучит музыка, то есть выступления. Выступления было интересные. Ну да, всякие были. Довольно интересно было. Да. Интернет хорошо ловит везде, в комнатах он всегда есть, у бассейна в разных зонах. То есть у бара он ловит очень хорошо, немножко если уходить в сторону, к морю, конечно, он не будет ловить. Ну, в общем, всегда можно найти место с интернетом без проблем и довольно высокой скорости. Ну да, я повсюду вообще подключался без проблемы. Да. Пьем теперь маленький коктейль для нашего отъезда. Этот игуана называется. Да. Она очень вкусная. Ну да, и надо сказать, что здесь в баре коктейли меняются каждый день. То есть есть стандартный набор коктейлей, около, я не знаю, 12-15 наименований. Но плюсом каждый день есть коктейль дня. Ну да, точно. Вот сегодня коктейль игуана. С рисунком, описанием. И состав коктейля, и действительно коктейль очень качественный. Да. Ну как, Николай? Хорошо. За наш отпуск. За наш отпуск, да. Да, завтра возвращаемся домой. Смотрите наши видео на канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы вас всех очень ждем на нашем канале и будем рады вас видеть. Наш канал называется Иники Тревел. Давай, Николай.